Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Молодец». Я ваш ведущий Андрей, и со мной, как всегда, моя соведущая Катя. Hi everyone, Katie here. Подкаст «Молодец» — это увлекательная программа учения английского языка и одновременно дает шанс узнать больше об американской культуре. That's right. Every week we will talk about a new subject. We will be speaking both in Russian and in English, and we'll be exploring many topics, big and small, about American culture. Программа «Молодец» состоит из бесплатных материалов, например, рабочие листы, подкасты, видео, планы уроков, которые могут быть использованы студентами, занимающимися самостоятельно или с преподавателями. Как всегда, вы можете получить доступ ко всем ресурсам на сайте «Молодец». Yep, each week, if you want additional practice to match the podcast, check out the «Молодец» website or social media for more grammar, vocabulary, and videos. Спасибо нашим слушателям сегодня. Вы молодцы, и мы будем вас ждать с нетерпением до следующего раза. Проект «Молодец» финансируется Государственным департаментом США и был создан International Women's Resource Center и Curiosity Literacy.